Да. Значит, вот я что делаю? Прикладываю силу. Видно? Куда я приложу? Вообще плевать. То есть, видно, она пошла. Я не гружу ничего тупо пока. Я внутрь. Он держит, мне надо дать. Здесь видно, никуда она не ходит. Ни туда, ни сюда. Мне надо приложить силу противоположную. Ну, может, какую-то руку выбрать. Допустим, сейчас какая у меня? О, какую натянуть? Ну, вот левую. Левую. Значит, я буду вот это, чтобы постоянная вытяжка была, вот я, видишь, уже натянул. Да. Даже не столько сильно надо, сколько правильно пока. Видно, натянул? Да. Держу. Вот сейчас ошибку буду делать. Начинаю работать. Оп, согнулся, втонул, сила пропала. Или тут сильнее дал, слабее. Значит, вот раз постоянно. Но если, естественно, человек жесткий, то ему такую, ну, а тренироваться плохо. Опа, держу. Я, о! Наступает какое-то время, да? Что ты не можешь удержать ее. Давай. Да я тебе здесь сделаю, видишь? Опа. Вот. Немножко динамика. Ну давай, давай динамику интереснее. Значит, мне видно, присесть надо. Понятно, да? Смысл. Теперь вот, допустим, у вас что-то там. Ну, гурите, что-то. Держи, держи. Держи, нормально. Не падает, фу. Видно, то есть? Держишь нормально, да? Фу. Тут на ножку даже получилось, да? А я пошел губа. Значит, смотрите сейчас и так далее. Да, это вот. Значит, смотрите, видно, вот эта штука никуда не ходит. Видно? Я начинаю делать подлажку. А это осталось, как вот здесь? Да. Вот это, представьте, вот это вот. Поперечное. Поперечное переходит. Вот видно? Я работаю, а она не шелохнется когда. Видишь, она на месте осталась. Ну я не видно работу такую сделал, как бы, скрытую, давай. А вам вот надо, опа, о, видно, таз работает, то есть вот движение таза тогда вот. А если вас человек держит, держи. Ну, может, не обязательно вот так, может, это реально. О, опа! Видно, я что сделал? Я так, вот если человек держит, он сам работал. Но я еще тебя попридержу на всякий случай. О, а я попридержал, видно вот эту штуку. Но когда работаю, вот она должна остаться в статике. Ты не давай работать. О, а теперь смотри, видишь? Я сделал ошибку, видишь, я ничего не смог сделать. Возился и даже устал. А я, видно, сразу вот эту штуку включил. То есть, значит, держи. Постепенно, опа. А отсюда можно ударить? Но куда я буду бить, чтобы вот это натянулось? Можно пальчиком прижать. Опа, я подсел. А, тут-то видно, таз пух провернулся, а это осталось что-то? Да. Все. Фу. А это осталось. Фу. Видно, куда я нанес удар? Да. Но вот это как бы, это натянулось как веревка такая. И я бью туда. Как струна. И происходят всякие там определенные законы. И вот я смотрю, работаю, работаю. Опа, а смотрите, у меня спина, видно, упала? Переступай. О, и начинается возня с этого момента. Давай. Значит, знаете что? О, а здесь это осталось. Тогда у вас эти ноги будут здесь в каждой точке, нагрузка одинаковая. Давай. Опа. Ну я горло, кулаком бью. Понятно это, что кулаком можно ударить? Да. Сюда, сюда, неважно. Там, может, вас так могли поставить? Вот так как-то. Ну, наклонив. О, а я, смотри, куда вылез. А, в глаза можно было? Не бойся, я не вижу. Значит, как глаза? Надо ввинчиваться. Ниже подсел, видно, я уже в глазках сидел. Ножки жесткие. Ну, в принципе, ты жесткий видишь. То есть, видно? И я держу. Фу, опа, сам ниже. Парадокс какой-то, как вот ногой тоже можно бить, а растяжки не иметь. Я ниже, вот держи. Ну, как это, меня вот так сделать. А я в глаза буду смотреть. Ну, не давай. О, не давай. Видишь, не идет. А я подсел, видно, достал. То есть я ниже, а рука, то есть легко доставать, да? Опа. Да? Спокойно держи. Опа, я бью по бороде. Нормально? А здесь-то я видно, вот, опа, щекотал, прописал движение, да? А здесь-то, секрет-то вот где? Держи.
видишь, наступаю. Надо терпение, надо иметь, да? Да. Ну, давай. А эти раз. О, та же самая песня, да? Ну, давай. Да. Значит, взяли заход, давай. А здесь на месте все осталось? Да. Все, я работаю, но это я быстро покажу, да. Теперь расслабься просто. Ну, блин, фигу. Просто стой, расслабься. О, и не идет, да, человек? Ага, видишь. Так, ну-ка. О, я телом поискал, да. Ну, расслабься, я не учу. Вот, чтобы учиться, как методика. О, а там стой. О, видно? Нормально? Я вот отсюда могу двинуть, а видно у меня уже? О, если бы я не присел, что бы было?